Тверской областной суд вынес суровый приговор организаторам нарколаборатории в Конаковском районе области. Преступников задержали тверские сотрудники ФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии осенью 2021 года. Спецоперация была проведена молниеносно. На кадрах оперативной съемки лабораторное оборудование и готовый к распространению расфасованный синтетический наркотик. В группу производителей входили двое жителей Верхневолжья и один уроженец столичного региона. Зелье сбывалось на территории Тверской и Московской областей. Всего оперативники изъяли 220 граммов мефедрона и около 20 литров химических реактивов для его производства. Собранных доказательств суд посчитал достаточными для обвинительного приговора и назначения наказания от 16 до 17,5 лет исправительной колонии. В Твери прошел очередной рейд с участием судебных приставов. Водители проверяли на наличие задолженностей. В ходе рейда сотрудниками органа принудительного исполнения и госавтоинспекции с помощью специализированного программного комплекса были проверены порядка 20 водителей, 15 из которых оказались должниками. 9 нарушителей, опасаясь остаться без автомобиля, через портал госуслуги оплатили более 500 000 рублей задолженности. А это налоговые и коммунальные долги, алиментные платежи и административные штрафы. В ходе рейда судебными приставами составлено 3 акта описи и ареста имущества. 6 водителей получили требование об обязательной явке к судебному приставу. Рейдовые мероприятия на дорогах Твери и области проводятся на постоянной основе. Напоминаем, узнать о наличии отсутствия задолженности можно на сервисе «Банк данных исполнительных производств» и в режиме реального времени выбрать удобный способ оплаты. Thank you.